Всем привет! Мы находимся в Икее. Икея, которая расположена возле города Делафт. Где лампы с храпаха, дедаль? Где рон, да? Дедаль, бал. Что? Nee, ik moet namelijk een accent zeggen. Он в откостан хер, заяц хлазан. Из дадри ура прыштук? Когда? Я? Да, твой наехана наехана. Алла все в стофах. Фуршри кулака. А вот это прикольный диван. Я только Тону сказала, что... Ну, это для молодежи. Да. Здесь храпах модела. Фурьоне куполса. Лайк вот в отбейте растуфок. Thank you.
Храпах. Я дехаба на голову, аут. Voor wat kijk jij? Voor onze woonkamer, dus ja. Ja?
plaats van de witte kast. Maar dat is klein. Mentally off. Mentally not. Как нормально, посмотрите на меня. Четыре штучки. Хорошенькие. Очень удобные стулья. Отойди, пожалуйста. Thank you.
неудобный. 90. Дизайн нет комфортабл. Welcome от пробира. А апдейт за хозяйством? Здесь снег. Да что? Какой стул? Дейзи? А да, за выходом все инелка бухгалтер контора. Здесь нет мой аут, Дейзи. На, здесь худ. Нет слехт. Майер, да, все типа хабан мой арестовал. Мне понравились. Сидеть очень удобно. А эти удобно, но мне не нравится, как они выглядят. Дизвард. А? Да, ты с моей ком. Нохмат Нойся. Зайвонера. Ейте. Тинте ин Альберт Хайнфилд Слехтер, а? Он же дико класс. Десять с половиной тысяч. Комбинация. Вот. Такое бюро небольшое. А? Футболки. Thank you.
Никогда такого названия фирмы не слышала. And this tool? Is it like a? No. You're going to talk by. Natuurlijk dat ze slecht. Dat ze zo dat hij slecht. Hier deze is hier. Nou daar is zwart. Ik zie het die mooi. Смотри, какой умывальничек. Так.
так, вот мы приехали сюда на матрасах попробовать полежать. И подушки я хочу. У тебя нормальная подушка? А где-то он делся, ты видишь? А, иди кто найдет? Вот это, ну, лучше же, чем тут. Да. Мне вот это нравится. Ну все. А надо поворачиваться. Это мягче, не, а этот стейк. Это мой... Как бы это фортрек? А? Я нет? Не? Андиан Дорадаро. Здається, хер байбатканер. Слехта, де твоя парт? Я хунан вел. Я... Маркяй, кон ват финт я и фан дика модес дай. Очень хорошее качество. Ну и, как обычно, поход в Икею завершается
посещением ресторана IKEA. На десерт взяли чизкейк. Неплохой, мне понравился. А вот лимонад какой-то фигня. Ребята взяли себе пиво. У меня пюрешка, кстати, неплохая. И вот такие шницели куриные. А у них куриные шницели с потатом. Это стандарт шло. Ну, с картошкой фри. Вот там наверху мы как раз покушали в ресторан. Вышли. Представляете, заблудились. Кружляли там. Ой, не могли выход найти. Хотели найти короткий выход, а наоборот, ходили там прям кругами. Как черт водил нас. Сейчас муж пошел с братом за машиной, а я уже не могу. Прям ужасно, мне жарко, там так душно. Вот. Я говорю, иди бери машину, я уже здесь подожду. Сил нет. Это мы в IKEA возле города Делафта. С той стороны трассы город Делафт. Приезжали смотреть матрасы. Людей много и очень-очень много мусульман различных. Вот такой классный этот осьминог продавался. Вот это единственное, что я увидела из игрушек, что мне понравилось. В основном все выходят замученные из магазина.